Всем привет, друзья мои. С вами Михалыч. Друзья мои, сейчас все, что вы услышите, это воспроизводит ртом, губами, горлом маленький человечек, которому всего-навсего 3 года. Хип-хоп и прочего рода там брейк-данс, битбоксинг. Ничего этого малыш, отродясь ни по телевизору, ни вживую, не видел и не слышал. Но обратите внимание, насколько он профессионально все это дело выполняет. Сняли его совершенно случайно. Хотя он это делает с возраста чуть больше года, заснять практически не удавалось. По одной причине, что ребенок, как только включаешь камеру, он прекращает это делать. У меня маленькая просьба, друзья мои. Перепостите это видео, если вам понравится. Я хотел бы, чтобы оно дошло до людей, которые в этом что-то понимают. Я просто не знаю, что делать с этим ребенком. А хотелось бы ему очень помочь. Ну и так, слушаем. Да, кстати, дослушайте это видео до конца. В самом конце самое интересное, на последних секундах. Всем всего доброго. Один, 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 один